Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». А мы продолжаем знакомить вас с новинками товаров интернет-магазина klyova.com.ua. И сегодня в обзоре катушка Вейда ВД ГФТ 8000. Ну, кроме 8000, мы посмотрим также на 5000, но и такая же ее родной брат. Итак, друзья, производитель выпускает катушки с диаметром шпули 2000, 3000, 4, 5, 6 и 8. При этом передаточное число катушек с меньшим диаметром шпули — это двойка, тройка, четверка и пятерка — с передаточным числом 5,2 к 1, а катушки с шестеркой и восьмерка, более тяговые, 5,0 к 1. О чем это говорит? О том, что за один оборот ручки лесоукладыватель делает 5 оборотов вокруг шпули. Количество подшипников у всех одинаковое, 4 плюс 1. Также увидите информацию о емкости шпули по намотке лески разного диаметра. Ну, например, для 5000, которую будем разбирать, 0,28 — 180 метров, 0,33 — 145 метров, 0,37 — 115 метров. И в 8000, 0,4 — 195 метров, 0,45 — 150 и 0,50 — 125 метров. Друзья, вот такие обычные классические катушки. На первый взгляд, значит, достаточно мощные, скажу я вам. Такой цвет сизый какой-то катушки, стальной сизый цвет. Вот. Шпуля алюминиевая, ручка мощная, кноп такой прорезиненный, вращается нормально, ручка металлическая, цельнометаллическая, мгновенный антиреверс присутствует, ход лесоукладывателя вокруг шпули при прокручивании ручки плавный, легкий, но вы слышите, шум присутствует. Катушка удешевлена тем, что не имеет дополнительных шпуль. Душка фиксируется четко, в принципе, проблем, не думаю, с самобросом не будет. Но, конечно, шум, вы слышите, да, присутствует. Так, смотрим люфты. Кноби небольшой есть, здесь в главной паре также небольшой присутствует, продольный, поперечный, поперечного нет. Так, здесь в штоке немножко есть, где-то доля миллиметра, технологический люфт есть, поперечный, поперечного нет. Катушка, вернее, шпуля, тоже небольшой ходик есть, люфта. Очень длинный ход фрикциона, который поможет вам настроить катушку так, как вы считаете необходимым. Посмотрим на такую же катушку, только меньшего диаметра шпули. Ну, в этой катушке довольно-таки меньше шум. Хотя тоже присутствует. Ну, по люфтам, в принципе, вот, в кнобе вообще его нет. Тут тоже его нет. Тут тоже его нет. Так, смотрим, штоки. Нет. Нет. И тут немножко есть. То есть, как бы, катушка с меньшим диаметром шпули, как на мой взгляд, собрана более качественно, что ли. Такая бюджетная катушка есть в нашем интернет-магазине. Скажу, что довольно-таки добротно сделана. Люфты практически минимальные. На большой и на маленькой практически их нет. Все элементы
дорогой катушки в ней присутствует, мгновенный антиревер, железная ручка, алюминиевая шпуля. То есть проблем с такой катушкой, по идее, быть не должно. Так, теперь мы их взвесим. 274 грамма это с 5000 шпули. И 502 грамма это с 8000 шпули. Уверен, что такая катушка порадует своих владельцев надежной и стабильной работой. Вот. И выбрав катушку с определенным диаметром шпули, можно оснастить удилище как поплавочное, там баллонское удилище, так и фидерное и карповое. Напомню незыблемое правило нашего интернет-магазина klevo.com.ua, которое касается любого рыбацкого товара. Если вы нашли такой же товар дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва» и рыбачьте с удовольствием. Но для этого покупайте только качественные рыбацкие товары. И желательно в магазине klevo.com.ua. Всем удачи, всего хорошего. Видимся на рыбалке. Пока.